«Слушайте доктора». В эфире программа «Слушайте доктора». У микрофона Светлана Занько. У нас обещанная слушателям встреча с главным врачом Кировского областного клинического онкологического диспансера Игорем Набатовым. Игорь Федорович, добрый день. Добрый день. Во время нашей прошлой встречи вы рассказывали о взаимодействии с коллегами из Казани. А Казань, как мы знаем, выступает центром Приволжского округа, да, курирует онкологическое направление медучреждений. Планировался приезд делегации из Татарстана в Киров с целью проведения анализа и содействия созданию региональной программы развития онкологической службы. И они приехали в конце февраля, насколько мне известно. Расскажите, пожалуйста, о том, как прошла эта встреча и ее результатах. Ну, во-первых, в каком составе приехала команда из Татарстана? Значит, ну, начать, может быть, не с приезда казанской делегации к нам, а с того, что мы... Первые поехали. Да, ездили в Казань на базе казанского онкодиспансера. Проводилось координационное совещание как раз по подготовке программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Приволжском федеральном округе. И вот мы вошли в эту профильную комиссию, вот свои предложения тоже внесли. И как раз вот завязались отношения, что региональную программу почему бы не сделать. И казанские товарищи поехали в Киров к нам первым. Вот сейчас на очереди будет Ульяновск и дальше другие регионы нашего Приволжского федерального округа. Ну, для нас это имеет большое значение, так как Казань действительно является и лидером Приволжского федерального округа, и головным учреждением, и главный онколог Приволжского федерального округа, он находится в Казани. Поэтому, можно сказать, они взяли над нами шефство. Вот. И в дальнейшем, я думаю, наши отношения не закончатся только написанием программы. Но будем сотрудничать как в части лечения пациентов и диагностики. Ну и просто хорошие отношения. Итак, вот они приехали все-таки, да? Сколько человек? Кто представлял? Значит, к нам приехали делегация из 7 человек. Возглавлял делегацию главный врач Казанского республиканского онкодиспансера Хайруллин Ильдар Индусович. С ним были заместители, начальники отделов организационно-методического, IT-служба и начальник проектного отдела. Вот, 2 дня работали, они представляли свое видение, рассказывали, как у них проходит работа по снижению и онкосмертности, и онкозапущенности. Вот, и второй день уже представляли предложения по Кировской области. Ну, как избежать ошибок, которые были допущены в Казани. Вот. У них программа работает уже не первый год, и действительно результаты хорошие. У них там целая национальная программа на весь Татарстан, которая распространяется. Да, да. У нас, по сути, рабочая группа была, то есть не только кировский онкодиспансер участвовал, у нас тоже это такой коллективный труд, и дальше мы также будем работать. А кто входит в рабочую группу с нашей стороны? Это были представители Министерства здравоохранения на уровне замминистра Ходырева Ирины Николаевны. Фонд МС. Там лично директор фонда присутствовала Юрлова Светлана Васильевна. Центр профилактики Малышева Ольга Герольдовна. Она куратор диспансеризации по Кировской области. А диспансеризация, она, ну, является неотъемлемой частью, ключевой. А сейчас становится ключевой просто, да? Да, потому что мы говорим о ранней диагностике. Да, да, потому что нас интересовал онкологический компонент в диспансеризации, как он проводится, на что нужно обратить внимание, те ли группы населения приходят, а какие не приходят. Что рассказывают ваши коллеги, они проанализировав ваш опыт? И закончу, кто еще участвовал. Это наш медицинский информационно-аналитический центр,
Исакова Людмила Васильевна, то есть она замдиректора. То есть с нашей стороны представительство тоже было более чем достойное. Ну и вот сейчас у нас почти готова уже программа. Мы ее сверстаем, ну, просчитаем все цифры, ну, потому что в любой программе ведь должно быть что? Мероприятия, сроки, ресурсы ответственные. Вот. Ошибиться не хотелось бы, поэтому считаем, все несколько раз проверяем. Затем программа будет представлена на нашей рабочей группой уже на согласование в министерство. Министерство здравоохранения Кировской области? Да, да, да. В какие сроки вы планируете эту программу сверстать? Я думаю, что в течение апреля. В течение апреля? Да. Возвращаясь к вопросу, на который, я так понимаю, при встрече делался все-таки акцент, мы уже его обозначили, это раннее выявление раковых заболеваний, как, собственно говоря, ключевой фактор и в снижении смертности от рака, да, и предотвращении запущенности, что тоже в итоге, да, приводит к снижению смертности, и более качественное проведение процедур, поскольку, понятное дело, что ранние стадии рака гарантируют нам лучший результат. Что касается диспансеризации, на какие там, может быть, критические моменты указали вам ваши коллеги казанские? Ну, вот именно, значит, два показательных слайда. Заболеваемость. Там, не хочется это слово произносить. Да, как-то не идет оно из горла. Да. Заболеваемость онкологическая. Смотрели по каким локализациям и сравнивали, в каких возрастах. И другой слайд. Какой возраст не приходит на диспансеризацию? Вообще. И вот сравнивая слайды, сразу становится понятно. Что именно тот самый возраст, где провал. Где максимальная заболеваемость и не приходит. А что за возраст такой? Это трудоспособный возраст. 35-55 лет. Вот как раз. Когда резко начинают риски заболевания, он раком, я скажу, возрастает очень серьезно после 35 лет. И они не приходят. Все трудятся, всем некогда. Приходят, но не в том количестве, в котором бы нужен. И уже в другом качестве очень часто. Да, да. Почему это происходит? Анализировали? Причин масса. Ну, вот приведу несколько. В этом возрасте человек еще не ощущает себя больным и просто не идет. Молодой, все, да, хорошо. Все хорошо. Время терять зачем? Угу. Кого-то не отпускают работодатели. Есть и такое. Но мне кажется, что это вот такая... Про то, что я-то считаю все-таки, Игорь Федорович, что человек должен быть ответственен сам за себя. Когда он говорит, что меня на работе не отпускают, скорее всего, он все-таки лукавит. Потому что найти время вполне возможно и прийти и провериться, если тебе важно, возможно. Другое дело, что, конечно же, мы все-таки идем к тому, что работодатель старается своих сотрудников на диспансеризацию отправить. И диспансеризация, правда, бывает разной. Я вот абсолютно согласен. Наверное, в начале, когда диспансеризация только начиналась, возможно, было такое. Сейчас со многими директорами, вот разговаривая, они направляют. У них одна другая претензия. А почему так долго? И мы разбирались несколько случаев. До недели сотрудник говорил, что ходит на диспансеризацию. Говорил? Говорил. То есть все-таки личный фактор. Оказалось, да, что он ходил не туда. Но это личный фактор, мне кажется, единичные какие-то вещи. Вот и, но, потом, но они, конечно, напрягают потом у руководителя. Появляется недоверие ко всей системе. Да. Слишком долго вы обслуживаете моих сотрудников. Да, да. Однако, насколько мне известно, в Татарстане очень хороший опыт сотрудничества с организациями, с предприятиями. Там массово обследуются люди на онкофакторы. Ну вот им казанские товарищи как рассказали, работая с предприятиями, им удалось договориться, ну, со многими предприятиями, но не со всеми, о том, чтобы проводить исследования, которые
ну, не, необходимы для раннего выявления рака, но не входят в диспансеризацию. Допустим, это вот ПСА, простатоспецифический антиген, который для раннего выявления рака предстательной железы. Вот. Один из наиболее распространенных раков. И предприятия за это платят. Угу. Вот. Но они рассказывают, что у них ушло очень много времени на то, чтобы предприятия откликнулись, и повторюсь, что не все. Ну, вообще, вот такая просветительская деятельность и даже где-то пропагандистская, да, по онконастороженности в Татарстане на очень высоком уровне. И не зря вы упомянули, что в составе делегации, которая приехала из Казани к нам, был специалист по проектной деятельности даже. Потому что, конечно же, такими вещами нужно заниматься предметно. Я помню, что на одной из программ, которые здесь, когда мы здесь встречались с Дмитрием Александровичем Курдюмовым, его бытность еще главврачом нашей травматологической больницы, центра ортопедии, он как раз и говорил о таких вещах, что чтобы рассказать о своих услугах, чтобы рассказать о каких-то там, у них другая, конечно, специфика деятельности, но пришлось организовать там, да, целый отдел, который бы этим занимался. И он сам лично тоже этим занимался, потому что необходимо рассказывать, что нужно делать, где нужно делать, и как нужно делать. Да, по сути, это маркетинговый отдел. И, может быть, на сегодняшний день уже и стоит об этом задуматься. Но вы пока такими вещами не занимались. Нет, нет. Но в плане у нас есть и, ну, что-то на вроде социальной рекламы. Потому что информирование, ну, надо усиливать. Информирование, конечно же, нужно усиливать. Ну, мы будем ждать представления вашей программы в апреле, в конце апреля месяца, уже в течение, получается, этого месяца Минздраву, обсуждение, и, надеюсь, мы здесь расскажем, каким выводом и каким конкретным уже планом вы пришли. Мне вот хочется сказать, что готовится национальная онкологическая программа. Вы прямо, да, предугадали то, что я хотела вам предложить. И буквально я... четверг-пятница был в институте Блохина, это главное учреждение по онкологии в нашей стране. И там проводилось тоже совещание, собиралась профильная комиссия, в которую тоже я вошел. Со всей страны представители были. И вот, я говорю, у меня огромное такое ощущение, что основой для национальной онкологической программы будет взята, ну, во многом онкологическая программа Приволжского федерального округа. Которая основывается на татарском опыте, да? Да, да, да. И которая сейчас, я думаю, что к 14-16 июня, когда будет проходить 9-й съезд онкологов России, где, скорее всего, национально, не скорее всего, а точно, я уже вижу программу, национальная противораковая программа будет рассматриваться, к этому времени уже коллеги Приволжского федерального округа составят такую большую программу, объехав, как вы сказали, поочередно все города ключевые, и там будет вам что обсудить и что представить, наверное, на общий совет. Вы, кстати, едете на 9-й съезд, я так думаю? Да. Онкологов. Ну, а там обязательно едем. Конечно. И мы посмотрим, как там будет организовано освещение со стороны СМИ. Возможно, что и мы тоже съездим и расскажем потом подробно уже тоже, да, то, что мы увидели, услышали своими глазами и ушами. Национальная противораковая программа в таком случае будет нами обсуждаться уже после съезда. А это будет, еще раз напомню, во второй части июня. Не так далеко, не так долго ждать. Я бы хотела сейчас обратиться к нашим обещаниям, к вашим, вернее, обещаниям, которые были сделаны в этой программе. А поскольку мы это все освещаем, то тоже какую-то ответственность свою чувствуем. Мы говорим о лицензиях на высокотехнологичную помощь, которую вы собирались получить к началу лета. Что сейчас с этими лицензиями? Напомню, почему это важно. Высокотехнологичная помощь, во-первых, менее травматично. Во-вторых, позволяет проводить реконструкции после операции, что повышает качество жизни. Высокотехнологичные операции, некоторые, единственные вообще, могут спасти человека в какой-то ситуации. И за некоторыми такими операциями приходилось уезжать в другие регионы, направлять пациента в другие регионы. Вот что сейчас у нас?
Мы получили лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Ура! Да. Я поздравляю вас и нас. Ура! Угу. То есть это уже, ну, говорит об уровне учреждения. Действительно, мы можем оказывать помощь вот на этом уровне. Вот все, что вы перечислили, вы очень глубоко знаете вопрос. Угу. Это и более сложные операции. Ну, давайте мы немного все-таки расскажем людям. И, во-первых, сразу скажем, что мы уже договорились, что на следующей встрече здесь будут специалисты по каким-то конкретным там, да, областям онкологической помощи, чтобы можно было подробно рассказывать про конкретные операции, конкретные виды помощи. А мы с вами, Игорь Федорович, можем рассказать, ну, привести какие-то примеры и очень важные примеры. Начнем там, например, с самого простого, с тех же протоколов по химиотерапии и по радиотерапии. Здесь тоже будут изменения в связи с тем, что лицензия сейчас есть. Ну, вообще для получения лицензии на высокотехнологичную помощь смотрелось же несколько критериев. То есть это и стандарт оснащения оборудованием, и квалификация специалистов. Вот. Ну, соответствие требованиям Роспотребнадзора. И если бы что-то было не соблюдено, то лицензии бы не получить uh-huh. было. Вот это первое. Ну, а второе, конечно, мы по нескольким профилям подходим для оказания. Это и химиотерапия, и радиотерапия. Ну, что касается, приведем пример, да, по радиотерапии. Очень важно сейчас, чтобы там, например, это одна из частей высокотехнологичной помощи, чтобы облучение проходило минимальными объемами, точечное облучение, чтобы не страдали здоровые ткани. Да, чтобы фокус был сконцентрирован как раз на опухоли, не задевая здоровые участки. Там специальные, назовем, сетки применяются. Это индивидуально для каждого пациента. Да, разметка такая, да, которую можно сформировать в форму, да? Это можно для облучения головного мозга, то есть она и на лицо одевается. Можно для молочной железы, то есть она на грудь, прямо скажем, лепится, повторяя контуры тела. Вот, менее травматично, менее и для нас это проще, результаты лучше. Самое-то главное, что действительно результаты лучше пациента. По химиотерапии какие-то новые протоколы будут, да, внедряться? Да, да. Там комбинированные методы лечения, то есть оперативные, химиотерапия и радиотерапия. Вот. Сложные операции, которые и по времени дольше, и по объемам больше. Для женщин очень важные вещи, которые будут происходить при раке молочной железы. Будем говорить о том, что операции будут органосохранные или с пластикой молочной железы, что очень важно. Ну, в каждом случае индивидуальный подход будет. Конечно. Но в целом, да, и сейчас вот уже закупаем первую партию экспандеров. Это что значит? Это когда приходится удалять молочную железу, да, для того, чтобы ее восстановить, растянув ткани, да, и в последующем имплант туда поместить, необходимы эспандеры. Да, да. Раньше такая операция у нас не проводилась. Нет, ни разу. Теперь, но специалисты проученные есть. В Казани же. Да. Есть оборудование, есть специалисты, и теперь вы закупаете уже первую партию эспандеров. Поздравляем наших женщин, что вы сможете получить такую возможность. Это действительно очень важно. Ну, это касаемо оборудования. У нас сейчас получено видеоколоноскоп, фиброгастроскоп. Сейчас пришел к нам, и на очереди в апреле уже будет новый рентгенаппарат. То есть с оборудованием в этом году тоже все хорошо, пополняется штат. Нельзя сказать, что, наверное, на уровне фантастики, там, конечно, всегда есть что докупать, но то, что вы запланировали на этот год, приходит сейчас по оборудованию или пришлось все-таки что-то подрезать? Не все, что запланировали, еще пришло. Год еще не закончился, и в планах есть и дооснащение операционных.
То есть вот две операционные будут до конца года сделаны. Ну, естественно, со всем оснащением и столы, и светильники, и оборудование, консоли анестезиологические. Действующие операционные будут дооснащены эндоскопическим оборудованием, то есть видеостойка, гистероскоп. Мы хотим соответствовать, мы хотим делать операции серьезные, чтобы пациенты наши не уезжали в другие регионы. Здесь не хуже. Специалисты могут все делать. И теперь есть все возможности. Это ведь очень важно еще и с той точки зрения, что, собственно говоря, будут поступать деньги от ОМС, да? ОМС же платит за такие операции. Деньги будут поступать, а эти деньги, возможно, будут снова вкладывать в улучшение технической базы, в обучение специалистов, да? Ну, конечно. И, естественно, результатом будет большая удовлетворенность пациентов. Что касается специалистов и обучения, вот в рамках этой программы по ПФО, над которой сейчас работают казанские, да, казанские врачи, ваши коллеги, запланированы ли какие-то тренинги, какие-то там мастер-классы, какие-то семинары и прочее? Или это все в рабочем режиме и так происходит? Нет, отдельно не планируется, но мы посылаем специалистов на учебу не только в Казань. И в Нижний Новгород, и в Москву, и на нашей базе мастер-классы проводятся. Для кого вот на нашей базе, интересно, проводятся? Ну, и кто их проводит? Последний для анестезиологов проводился. А кто проводил? Это с Нижнего Новгорода, там главный анестезиолог приезжал. Угу. И приезжал в торакальном отделении операции, три операции было проведено. Что такое торакальная? Грудная хирургия. Угу. Вот, там профессор приезжал, тоже мастер-класс проводил. Потому что нужно непрерывно процесс обучения проводить, совершенствоваться. Если у нас где-то вот сейчас какая-то зона, какая-то зона в онкологии, которая у вас вызывает наибольшее беспокойство, где у нас какой-то там провал, недостаток чего-то, оборудования, специалистов и прочего. Вот за это время, пока вы работаете, я думаю, что вы уже все абсолютно выяснили. И где у нас, например, прямо, ух, как хорошо, все есть. Ну, допустим, рак легкого бронхов, первое место в смертности. А онкомаркера к нему нету. То есть самым информативным исследованием является рентген легких. Угу. Ну, как говорится, попробуйте всех на рентген затащить. Во-первых, ну, нереально. Во-вторых, это даже если получилось, это очень дорого. Вот. На другие локализации вот, нужно обратить внимание, именно визуальные, где мы можем повлиять. Это вот при первичных осмотрах, да, в, да, первичном, да, звене в поликлиниках. То есть нам нужно уделить, ну, внимание в первую очередь именно визуальным локализациям, то есть тому, чему можем изменить. Вот как раз про первичное звено еще раз мы заговорили, и как раз о том самом важном факторе, что именно оттуда начинается ранняя диагностика раковых заболеваний. И хотелось бы напомнить, какие изменения произошли уже в течение этого не календарного года, ну вот так скажем, да, в течение там, с лета, может быть, а может быть, с прошлой весны. Потому что, насколько я могу судить, очень сильно развилась система там, электронного взаимодействия. То есть, в принципе, все сведения о пациентах хранятся в электронном виде. И это точно есть в онкологическом центре нашем областном. И вы говорили о том, что вы сейчас работаете над тем, чтобы и в районах то же самое создавалось, потому что это позволяет улучшить коммуникации, оперативное поступление документов от первичного звена уже к специалистам. Как сейчас все происходит? Ну, используется медицинскими учреждениями нашей области медицинская информационная система. Да, ее возможности позволяют базу пациентов иметь. Мы можем любого пациента, который у нас зарегистрирован, ну, найти, посмотреть, когда он был на госпитализации, на прием, какие обследования проводились. Это несколькими кликами мышки делается, но очень, очень, очень удобно.
А вот эти базы, они ограничиваются территорией, ограничиваются регионом, или этими базами можно обмениваться с коллегами из других регионов по всей стране? В каждом регионе сейчас уже есть такие информационные системы. Вот, ну, теоретически обмениваться можно. Ну, потому что необходимость, ведь если... вопрос о канцерегистрах, например, да, он будет обсуждаться как раз на 9-м съезде в июне месяце. Это списки пациентов, да. И часто же так бывает, что у вас есть такие тоже пациенты, которые получают часть помощи здесь, часть, например, в Москве, где у нас, куда по квотам направляют там пациентов. Кто-то сам едет куда-то, возвращается к вам там, да, потому что человек может делать самостоятельный выбор, в общем-то, сейчас у нас в стране. Ну, да. И когда это... Когда документы хранятся в электронном виде, естественно, это очень удобно, потому что можно направить на консультацию любому врачу, наверное, в любой точке страны. И если сейчас это еще там не работает по первому клику, как в регионе, то мы к этому идем, насколько я понимаю. Ну, вопрос передачи данных из региона в регион, он непростой, потому что это все-таки персональные данные. Угу. Вот. По запросу. Официально, да, мы можем в другое лечебное учреждение информацию направить. Ну а сами мы пока работаем над тем, чтобы в районах было возможность создавать это. С районами и межрайонными центрами мы сейчас пытаемся наладить. Вот, и у нас стоит задача это к июню месяцу, то есть централизовать передачу маммограмм. Угу. Вот. Маммографы, которые аналоговые, их оснастить оцифровщиками, цифровые маммографы. Значит, сделать так, чтобы они могли передавать, потому что ну, не везде в силу там, технических особенностей пока готовы. Но вот я с каждым приходом там, по одному межрайонному центру у нас добавляется. Угу. Вот сейчас уже 4. Кто может нам передавать. Это какие центры? И от них мы начали уже принимать. Это Луза, Слободской, Чепецк и на очереди Зуевка. Ну, вот если из Слободского и Чепецка еще можно доехать, то из Луза, конечно, ехать очень далеко. Да. Это хорошо, что дальние районы сейчас поступают. И постепенно вы планируете все районы охватить. Да, и постепенно мы не только межрайонные центры, но и центральные районные больницы, где есть маммографы. Значит, и если сейчас мы речь ведем о маммограммах, которые только в рамках диспансеризации сделаны, и подозрения там выявлены, то в дальнейшем, конечно, ну, все маммограммы. У себя центральный архив цифровых изображений создать. Потому что объективно все-таки специалисты онкодиспансера наиболее компетентны. У них, что называется, рука набита, потому что потоки пациентов несравнимые, конечно, да? Да, количество проходящих снимков пациентов. Гораздо больше, конечно, естественно. А вот что касается маммограмм, это понятно. А есть какие-то еще другие тоже виды электронных документов, которые предстоит еще также обрабатывать и дооснащать там оборудование и прочее? Значит, ну вот... Уже централизовали мы все цитологические исследования. Здесь это со всей области уже присылают, тоже пока в рамках диспансеризации, но уже сделано около 70 тысяч исследований. То есть здесь у нас все пошло, все получилось. Вот. Ну и думаю, что результат он будет. Думаю, что неплохой. Ну, это очень хорошо. Я напомню нашим слушателям, что мы разговариваем здесь, в этой программе, с главным врачом Кировского областного клинического онкологического диспансера Игорем Набатовым, и что мы на следующий месяц планируем сюда приход специалистов из онкоцентра, поговорим там по какому направлению, по конкретному какому-то направлению мы выберем. Возможно, это будет хирургия, возможно, это будут специалисты радио- или химиотерапии.
и поговорим по каким-то отдельным вопросам. И в июне месяце, еще раз, с 14 по 16 июня состоится 9-й съезд онкологов России, где будут абсолютно все главврачи, я думаю, всех онкоцентров, и где будет обсуждаться национальная противораковая программа. Это очень важно. Мы постараемся тоже там быть. Мы, я имею в виду журналистов нашей радиостанции, и обязательно сообщить нашим слушателям о том, собственно говоря, какие ключевые тезисы и какие будут изменения в этой программе. Да, я благодарю нашего гостя Игоря Набатова, главного врача Кировского областного клинического онкологического диспансера. Это была программа «Слушайте доктора». Спасибо. До свидания. Спасибо. Всего доброго. «Слушайте доктора». Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.